Веди, веди, что-то что-то я залип, слушая вас. Окей, ребятки, привет, я Дима, мы с вами... I was dying. I could have been reunited with my family. That is long past, Talion. Our work is not yet done. Продолжаем проходить Средиземье Тени войны. И я охренел с предыдущей серии. Это было бомбезное окончание предыдущей серии. Я знаю, я просто выключил запись, потому что я не мог. Ну, посмотрите на него, 12 уровень. Я же его практически добил. Это 35 минут беготни. Еще и этот пидор маленький подошел. Тут уже появились 9 уровня. Тут они все восстановились. Короче говоря, ни хрена это не меняет на самом деле. Я просто сейчас не буду его убивать, потому что это... Мне надоело это делать уже. Если честно, мы с вами пойдем. Куда мы с вами пойдем? Мы с вами пойдем по заданию. Все верно. А, так молот сюда, что ли, можно добавить? Вместо стрел, типа. Типа он кидать будет им. Да, походу кидать будет. Странно, ну ладно. Я не буду его менять, не буду ставить. Меч какой-то новый появился. Продам. Тоже продадим. Задание. Да, видящий камень, то что мы сделали, братство. Келебримбор вернулся к вам, но это стоило вам нового кольца. Вы закончили свой шел. Видящий камень мы же сделали. Нет, подожди. Вот, задание Шелоп, нож во тьме. Палантир пока не досягаем, но, возможно, видение Шелоп покажет вам путь. Давай, пойдем туда. Кого увидим на пути, того будем убивать. Да, нам нужно кольцо. Нож во тьме, цель обнаружена, Киритунгол. Но... Обнаружено-то обнаружено, только я вот не вижу ее ни хрена. Нет, а в натуре, а где она? Если по карте посмотреть. Киритунгор, возвращение отсюда, что ли, или откуда? Воспоминания Шелп. Здесь быстрое перемещение доступно, да. Задание доступно в области Киритунгол. А как туда попасть, я хер его знает. Ясно. Через быстрое перемещение, короче говоря, походу. Да. Погнали тогда, ладно. Быстрое перемещение, так быстрое перемещение. Я, в принципе, не против. В предыдущей серии настрадался. Сейчас хочется немножко душинки и чисто по сюжету пройтись, сюжета навпитать. К этому дядьке, я думаю, мы вернемся еще. Блин, я уже даже говорить не могу, все пишется в один день с предыдущей серией. И это, конечно, да. Это, конечно, ой-ой-ой. В тылу врага. Нож во тьме. Армии Киритунгола собирают силы для решающего штурма Минос Итиля. У Шелоп есть сведения, которые помогут вам найти и устранить командиров армии орков. Вернитесь к ней и подорвите силы армии Саурона изнутри. Выводите из строя заставу врага, чтобы ослабить его армию, чтобы вывести заставу из строя и победить ее капитана. Ясно. Я вот у Минос Итиля не то чтобы помог ребятам, по-моему, наоборот только... Я их всех нахрен прокачал. Так, ну тут хрена. Что-то как-то много очень. А вот и дядька, которого мы можем, по-моему. Новый враг Граук.
Грауги — массивные звери, которых так просто не убить. Когда Граук зарычит, стрелять ему в голову сильным выстрелом, вы его оглушите. Вот вам нечего делать со мной драться и дрить Мадрид, да? Естественно, казнь на него не сработала. Слушай, а я вот думаю, мы с вами прокачали-то возможность его оседлать или нет? Да, прокачали. Хорошо. Ну, в принципе, он ослаблен. Он сломлен. Да нет, ё-моё, вот он. Ай, тупой ты создание, ё-моё. Дождаться, пока он рычать не начнет. Вот, вот сейчас. Его бейте. Он был ослаблен, только, блин, эти педики не давали мне его нормально оседлать. Говнари, сука. Иначе и не скажешь. 51 удар я нанес сейчас. Без ответа. Ясно. Они тут тренируются вовсю. Их тут так-то до хрена. В общем-то, приятно то, что я могу передвигаться скрытно и быстро одновременно. Не мог камеру на него нормально повернуть. Кто тут есть? Вот чувствую, что на этом месте какая-нибудь зверье дикая сидит. Ай, ну давай, ладно, мока-бояшка. На самом деле, не важно, кого я тут открываю, все равно до хрена. Пиши. Самоцветик. Замечательно. Покорись. Давай, давай, покорись. Зугур Горинос. Хорошо, 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 хорошо. Спасибо тебе большое за информацию. Спасибо, прям выручил, ага. Эффект не забуду просто. Так, так, так. А тут что за задание, не понял. Нож во тьме. А я поставил куда цель.
А цель у меня на Зугора, ясно. Ну, короче, нож во тьме, вот что мне нужен. Окей, палантир пока не досягаем, но, возможно, видение Шелоп укажет вам путь. Я буду рассчитывать на это, что укажет. Очень сильно. Так, вот это неправда, здесь было очень много орков. Почему сейчас здесь пустота и тишина? Ай-яй-яй. Вот этот сюрприз, новый враг Улукхай, боевой тролль. Крепкие бойцы с мощными атаками, перепрыгнуть их не удастся, но вы можете избежать урона, нажимая X, чтобы уклониться или проскользнуть у них между ног. Их можно оглушить усиленным выстрелом в голову или своевременной контратакой. На оглушенного улога можно обрушить град ударов или удерживать R1, чтобы сесть верхом на него. Сидя верхом, нажимаете квадрат, чтобы наносить удары в спину, и направляете улога на его же союзников. Окей. А я тут уже. Опа. Может, ты умрешь для разнообразия? Нет? Ни хрена себе. Тише, тише, тише. Стреляйте в яйца гули, чтобы привлечь их. Все, наконец-то. По-моему, можно было сразу в голову зарядить просто кинжал и все. Улукхай мертв. Добро. Голлум, and why would you save me? I wasn't talking to you, stupid ranger. He is working for the spider. No, no. The dark mistress watches over Golem. Golem watches over Bright Master. Bright Master kills the Dark Lord. And the spider pulls the string. We share a common enemy in Sauron, and you can't always choose your allies. You don't. Come, Bright Master. Не знаю почему, но я почему-то не очень-то ожидал его увидеть. That wasn't just a troll. They are Ulukhai, war trolls. They're smarter, faster, and immune to sunlight. Sauron's forces are more powerful than ever. We hate them as much as we hate nasty orcs. We keep our distance so we don't get squished and crushed into bits. Like how you tried to crush my head with a rock the last time I saw you. But we didn't. We could never hurt the Bright Lord. We make up for it now. Yes? That is yet to be seen. Ну, отлично, он нас провел. Неплохо. Но мы могли захватить это дело. По идее. Давай-ка побыстрее, Голум. Close, Bright Master. We're very close. I know why you are here. Return what you have stolen. Silence, Ringmaker. You forget yourself. Stolen. You begged me to have it.
And what of you, Tali? I am here for Minas Ethel. You seek to save it, even though it may already be lost. There must be a way. There is truth in your vision. Grant me another. To what end? For knowledge? To dominate? Oh, you don't have to tell me. Here is your truth. You want to move up the ranks, you got to kill. You want to get noticed, kill a pink skin. The bigger the target, the higher you rise. Idril. She dies. Many will pass before Sauron is defeated. This knowledge can guide our hand. If we kill this assassin, perhaps this future will not come to pass. She can be saved. She will live or die with honor, and it will not shift the tide of war. It is Castamir who must be protected. If he falls victim to this assassin, we will lose the Palantir. You found them precious? For the Bright Lord. We go to Kirith Angel. He's real for the nasty assassin. Когда слышу Голум, рад, что не озвучивают на самом деле, потому что, мне кажется, многое потерялось бы. Голум, you know where to find him? Yes, we recognized his curved blade. A Morgul blade? Yes, stab, stab, stabbing all the war chief's bodyguards. If we find the Uruk bodyguards he's targeting, we'll find the assassin. The first one is near. This way! Careful! We see the Morgul fly nest! What are those orcs doing? You're afraid, just like a cat! The first bodyguard should be this way! Earlier, you said you recognized the assassin's curved blade. So you can see Shelob's visions. Yes, Bright Master. Там я тоже скинул тела. Или мухи, или что это? Или мухи в телах, не знаю. Ну, короче говоря, второй мешок я тоже попал. No, here. Ну, в смысле, here, здесь... Ну подожди ты, дурень. These wounds. We're on the right track. He's been dead for some time. We'll need to move faster if we want to catch up with the assassin. Yes. He knows where another bodyguard is. Ну так веди тогда. If the assassin kills his way up the hierarchy, подожди. He'll continue to seek bigger targets, like Castamir. Yes. Castamir is the only one who knows where the Palantir is. He must be kept alive at all costs. Голума-то они не видят, мне кажется. Ну, песик, конечно, да. Ладно, хорошо, что он убежал. Мне его не пришлось убивать.
We're close. You can find it. Мне кажется, они меня сейчас запалят. Нет, не запалили. But it's fast if you do it right. Maybe I should give it a go. Like you. Да тут я, тут. Ай, дурень. В общем-то, это было тупо и глупо, но ладно. Главное, получилось. We are getting closer. Голем should know where the next target is. Ну покажи нам, Голем, где там следующие цели. Можно было, да, поверху обойти все это дело и все. I believe this plate is of Easterling manufacture. Угу. Верь. The Easterlings. Stranger even than the Haradrim of the South. But just as vulnerable to entreaties from Sauron. Голем, веди. Another Uruk. He hasn't been dead long. We're getting closer. Closer and closer. We will take you to where the next one is. Stupid orcs is never see Golem. We sneaks around. And we hear so many things. Веди, веди, что-то я, что-то я залип, слушая вас. Может, попробуем быстрее пройти? Ну-ка, Голем. Да, вместе со мной он тоже ускоряется. Новая задача — уничтожить патрон. Ёптую. Давай-ка попробуем отсюда. О, не то, не то, не то, надо было под низом. Что ж ты? Вот так. Можно пробовать так добить. Потому что мне кажется, что если я оседлаю его, то он меня уведет куда-нибудь в далекие дали. Если я найду стрелы еще, будет очень полезно. Если я в конечном счете научусь их зажигать, тоже будет круто. Stay here. I can find him on my own. Так, а вариантов-то очень много, как идти. Зашибись. Пусть дерутся.
Я думаю, его можно приманить. Давай, 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 иди сюда. Зря сюда пришел. У вас там как дела? Кажется, все зашибись, да? А, слушай, можно наверх разбираться. This trail has gone cold. Да, но... Блин, стрел нет. Да, нет стрел, не хватает стрел. Что же мне делать? Я не хочу шуметь, понимаешь? Это что у нас? Тильдины. Вот как они выглядят. Собрав всю надпись, вы откроете тильдиновую дверь и получите легендарное сокровище. Да-да-да. В Киритунгуле вот первое собрали. Хорошо. Я вижу стрелы где. Ну блин, там орков очень много. Так-то. Хорошо, только аккуратно. Another victim. Yet this one still lives. Как же он тебя не добил, друг? А, качество наемного убийцы R3. Это ты, что ли, наемный убийца, боится моргайских мух? Под действием этого страха он на время лишается неуязвимости, к чему бы ты ни был, используйте это против него. А, окей. Подожди, а неуязвимость у тебя к чему? Неуязвимость к обстрелу и бдительный также, его нельзя казнить скрытно. А если жахнуть ему муху, то можно будет с лука потом добить. То есть нам нужны стрелы в любом случае. Нам нужно сначала сбросить на него мух, а потом еще и добить стрелами. Вот это он. Угол. Наемный убийца. Так, хорошо, что мы его нашли. Хорошо, очень приятно. Угол находится слишком далеко, в смысле? Если честно, то перемещаться очень неудобно. Потому что он цепляется, магнитится к стенам. К всему такому очень неудобно перемещаться. Ну ладно. Главное, что мы достали стрелы. Я думаю, дальше Голум сам. И мы сами. Отлично. О, дядька. Короче, непонятно, почему. Непонятно почему, но у меня не получалось его казнить. Ладно, бог с ним. Что ты сделал? Зачем ты это сделал, главное? Это не скрытая казнь, брат. Это удар с ноги, сука, в стиле Джеки Чана. Даже нет. Ладно, не в стиле Джеки Чана, в стиле Ван Дамма какого-то получился удар.
Let's hope his death is changed, which Shelob saw from Minasithil. Minasithil will go the way of all flesh. We only need the Seeing Star. How much of your soul was lost in that ring? The Dark Mistress will be pleased. Все же, темная госпожа, ты посмотри, а? Голум есть голум. Что с него взять? Короче говоря, новый уровень. Да, одним из страхов наемного убийцы мы воспользовались. Получили также бонусные очки. Открыт навык «Угроза смерти». Вместо сбора сведений о капитане вы можете приказать черви передать ему вашу угрозу. При этом в данной области будет создано уникальное задание заклятых врагов. Когда вы посылаете капитану угрозу смерти, его уровень повышается. Победить его станет труднее, зато в случае победы вы получите снаряжение более высокого качества. Ясно. But the siege of Minas Ithil continues. The Palantir is still at risk of falling into enemy hands. Так, я получил меч, лук, но он мне не очень-то и нужен. Следовательно, мы его продаем, да? Да ё-моё, продавайся. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это тоже мы продадим. Вот это мы продадим. Этот лук и выстрел в голову накладывает проклятие. Мне это нравится. This is a perfect opportunity to sow chaos within Sauron's ranks. The assassin had one more target on his list. We should finish what we started and kill the war chief's final bodyguard. Так, так. Что это такое? Гули. Поодиночке они слабы, но когда их много, они смертельно опасны. Некоторые гули брыжут на врагов ядом. И гули Матроны есть еще. Если гулям удастся отступить в свое логово, они вернутся в сопровождении гули Матроны. Брата старшего зовут. Гули Матроны сильнее и крепче обычных гули, кроме того, их атаки ядовиты. Так, ну нам не обязательно с ними драться. Пусть орки с ними разбираются. Доступно тут восполняет одно эльфийский выстрел. Вот то, что мне нужно. И это, я уверен, поможет мне одолеть того педика 16 уровня. Я, по крайней мере, на это очень сильно рассчитываю. Так, а куда мне... Куда мне теперь? Давайте по карте посмотрим, куда мне теперь сходить. Снаряжение, навыки. Новое. Не-не-не, это Тилион, это не то. Вот оно, сюжетное задание. А точка быстрого перемещения где? Вот, это точка быстрого перемещения. Давай идем сюда. Быстренько мы с вами, наверное, с этим разберемся сейчас. Так, у меня... Не-не-не-не-не-не, вы не видели меня. У меня тут произошла смена кресла. Параллельно. Так, ну я думаю, все ништяк. Отлично. Башня Хедир. Берем ее. Обожаю вот эти вот его фразочки. Да, это, я знаю, это глупо. Так. Так, еще ведь что-то есть. Отлично. И ведь это тоже не все. И все еще не все. И опять же не все. Всего, охренеть. Так. Последняя какая-то точка осталась. Вот она. Все, есть могильники. Все открыли. Шикарно. В этой области есть еще два Хедира. Но мы будем разбираться с ними уже позже. Ладно, на этом серия заканчивается. Спасибо большое за то, что посмотрели.
хорошего вам настроения. Не забывайте, пожалуйста, про мой второй канал Гандол и приходите на мои стримы на Твиче. Помните также, что сейчас все окей, а дальше круче, ребят. Пока.